Сегодня целый день начал учить новую песню. Гюльназира называется, башкирская народная песня. Что-то начало получаться, надеюсь, вам понравится. Сейчас поделюсь. Остается только практиковаться. Надеюсь, во вторник Киргали Сахичу скажу, подскажет нюансы. Ну что, бисмилля? Поехали. Дыхалку еще разрабатывать надо. Пока тяжело, никак не могу приучиться к абдоминальному дыханию. То есть не абдоминальному, а диафрагмальному. Все, будем практиковаться.